Собак бойцовских пород приравняют к травматическому оружию. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщает «Российская газета». Как гласит документ, питомцев нужно будет обязательно регистрировать, а желающим обзавестись, к примеру, питбулем или ставтерьером, придется проходить предварительное обучение. Ведь будущий хозяин бойцовского пса должен знать и понимать, с кем связывается. Закон предполагает и обучение собак. Как сказано в проекте, владелец пса потенциально опасной породы обязан иметь свидетельство, подтверждающее прохождение общего курса дрессировки его питомца.